друзья, с вами как всегда Ромзи, и добро пожаловать в Бравл Старс. Я продолжаю рубрику «Доначу своему подписчику». И в прошлой серии я донатил подписчику, у которого было 13 тысяч кубков и ни одной легендарки. Это реально самый невезучий аккаунт, который я только видел. Сегодня у нас будет совсем по-другому. У подписчика всего лишь 2244 кубка и всего лишь 13 бойцов. Я думаю, что он будет просто в шоке, когда зайдет на аккаунт, потому что сегодня мы потратим 5000 рублей на этом аккаунте и постараемся выбить как можно больше офигенных персонажей. Ну а вы, друзья, если хотите попасть в следующую серию, чтобы я взял именно ваш аккаунт, друзья, нужно прямо сейчас за 5 секунд поставить свой лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик и оставить свой комментарий, друзья. Это очень важно. Время пошло. Раз, два, три, четыре. 5. Успел? Спасибо тебе большое, мы с вами начинаем. И да, не забывайте, если вы поставили лайк, то шансы, что вы выбьете легендарку, у вас повышаются. А сейчас у нас 4 легендарных персонажа. Ну что, друзья, погнали донатить. Что у нас здесь за акции есть на этом персонаже? Никаких акций нету, не страшно. Значит, что мы делаем? Мы сразу заходим и покупаем за 3790 рублей. Это у нас 950 гемасиков, друзья. Я буду покупать, естественно, большие ящики, потому что, ребят, большие ящики — это выгодно. Готово! 950 гемасиков уже залетело. Практически 4000 я уже закинул и буду еще сегодня закидывать. Это просто жесть. Ну что, поставьте лайки. Давайте поддержим этого подписчика, потому что я надеюсь сегодня выбить что-то интересное. Какие у него самые крутые? Больше всего трофеев мало. Всего 13 бойцов. Ну-ка, смотрите, кого у него нет. У него еще нет, конечно, за трофеи никого. У него нет, у него даже не все редкие. Офигеть, смотрите, ни Пайпер, ни Пэм, ни Фрэнка, ни Биби, ни Мортиса. Вот это жесть. Это, мне кажется, это реально самый невезучий. Окей, мы с вами затарились с гемасиками и погнали открывать. Кстати, есть 500. Я думаю, что он не обидится, если мы протестим именно вот этот вот, ребята, ящичек. И поехали. Монеты, Эль Прима выпадает, Кока, ну, да, скажем так, первый блин комом, ничего страшного, у нас куча гемасов, куча ящиков впереди, друзья, приготовьтесь, будет интересно, по-любому что-то интересное выберем. Так, Брок, Кольт и Эль Прима, два бонуса, да, ребята, здесь у нас ничего не упало, гемасики падают, это хорошо, поехали дальше. Следующий ящик, я чувствую, что должно упасть, всего лишь 13 бойцов. Должно же нам сегодня, то есть несколько бойцов. Давайте напишите в комментариях, сколько бойцов нам сегодня выпадет. Вот реально, что вы думаете, сколько? Сколько вот реально может выпасть бойцов? Давай. И давайте. Барли, Карл, очки силы. Воу, сразу! Офигеть, первый эпический боец на аккаунте. Просто плюс Пайпер, ребята. Это заслуживает лайкосика. Итак, первого бойца уже выбили. И не простого, а эпического. Это офигенно. Офигенно, Пайпер, очень многие любят играть Пайпером, это обалденно. Так, и мы только открыли буквально с вами пару ящиков, у нас еще все впереди, еще 883 кубка, вернее, боже мой, гема, 883 гема, так, очки силы на Кольта, на Була, на Джесси, и да, в этот раз не повезло. Окей, у нас еще есть гемасики, у нас еще донат будет впереди, поэтому, ребят, все хорошо, продолжаем дальше. Дальше открываем. Монеты 58. Нита. Бул. Кстати, мне кто-то сказал, что если падает меньше, чем 36 золота, значит, там по-любому будет персонаж. Окей, давайте это проверим. Просто проверим. Итак, выпадает что мне сейчас? Золото 49. По идее, персонажа не должно быть. Роза. Брок. Так, Эль Прима. Дальше что? Ага. Билеты событий, двойные жетоны. Неплохо. Неплохо. Пока что у нас только Пайпер. 793 гема впереди. Поехали дальше. Что мы сами сможем еще выбить? 48. 48 золота. Так, очки силы на Пайпер. Неплохо. Начинаем потихонечку апать Пайпер. Жетончики. Вернее, боже мой, билеты. 34 билета здесь уже есть. Открываем дальше. И 54 деньги. Пока. Бол. Ну да. Не такой хороший ящик, как прошлый был. Так, 48 у нас. Брок. Рика, что у нас еще? Кольт. Ну-ка, давай мифика. Вот если бы легендарочку выбить. Кстати, какие у нас шансы здесь на Легу? 0.11, ребята. Здесь максимальный шанс, потому что он еще не выбивал ни разу ни одной Леги. 0.11, мифик 0.2, эпический 0.5. Я думаю, что у нас есть шанс на эпика 100% сегодня. Возможно... Так, подожди, Суперселл не хотел мне открывать ящики. Давай, открываем. 77 монет, нифига себе насыпало, это пока что рекорд за сегодня.
Так, сколько мы слили? 673 гема у нас сами есть. Открываем дальше. Монеты. Роза, Карл. Ну, кстати, был плохой очень ящик. 68 монет, Динамайк, Шелли. Давай, давай, суперсел. Ну, это же нормальный аккаунт. Я не думаю, что это прям такой очень сильно невезучий аккаунт. 78 монет было, и опять нам не выпадает никто. Ну, серьезно, пора уже высыпать. Может, один мега-ящик открыть? Давайте, если у нас будут оставаться деньги, мы откроем. 59, Эль Прима, Кольт, Брок, 2 штучки выпало. Ну, 5 гемасиков, немножко нам вернули с вами. Продолжаем дальше, продолжаем открывать большие ящики. Я не посмотрел, сколько было денег, но нам не выпало все равно. Нифига не выпало. Деньги падают, очки силы падают. Ну, хоть Пайпер, ребята, выпало. 554, 69 золотых. Очень плохой сундук у нас выпал. Так, 130 с чем-то монет. Карл, где это событие? 12 кристаллов! 12 кристаллов, то есть половину нам вернули. Это вообще нормально? Жесть, давайте дальше. 46, ну, блин, да. Ну, выпадай уже, серьезно. Давайте быстренько мы с вами будем открывать. Немножечко побыстрее. Я, правда, пропустил, сколько денег было на этом. Ребят, реально, есть какие-то вот, какие-то странные штуки? 46. Может быть, какие-то там механизмы выпадения легендарок? Напишите в комментариях, кто знает, какие способы, чтобы реально 100% выбить Лего, ребята. Всем будет интересно почитать. Так, 54 монеты, открываем быстренько, ничего не выпадает. Следующий, 55 монет, Пайпер, Брок, Джесси, кристаллы. Ну так, давай уже, вот, шансы уже горят. Все, 87 монет, и опять никто не выпал. Ну серьезно, ну сколько можно? Давайте, что мы сейчас с вами выбьем? 54 монеты, очки сил на Пайпер. Да, Пайпер уже можно, в принципе, прокачивать. Я думаю, это неплохо. 300 гемасиков у нас, даже 285 гемов у нас уже осталось. Наши, скажем так, деньги потихонечку заканчиваются. И билеты событий. Билеты событий. Поехали. Гемы еще есть, сундуки есть, деньги на карточке еще есть, друзья. Еще закинем. 72 монеты, Абул, Нита, Эль Прима. Ну, серьезно, все. Мы чего, одной Пайпер обойдемся? Здесь... Суперсел, суперсел, неужели так зажрались? 48 монет было, и нифига больше персонажа не падает. Ну не может такого быть. Не может же такого быть. Не может такого быть. Нам еще может упасть. Смотрите, смотрите, кто у нас. Пенни, Дэрил, Пэм. Ну посмотри, не, ну Пэма, конечно, это уже эпик. Но одно эпика мы уже выбили. Я не говорю уже про мификов, это жесть какая-то. Так, нет, захват кристаллов нам сейчас пока что не нужен. Давайте, что у нас здесь есть? Можно закупить конечнические скиллы? Нет, пускай сам закупает. Я открываю, блин, жалко, я бы сейчас мегаящик открыл. Может быть, реально, давайте мегаящик бахнем. Вот, почему? Почему бы нет? Давайте 80 гемасов бахнем себе мегаящик. Потому что, мне кажется, здесь должно что-то выпасть. 5 предметов. Я уже вижу, что не выпало. 5 предметов, это, конечно, не 6. Ну-ка, давай, брокколи, прима. Ну да, очки событий, 23 гемасика навернули, неплохо. Продолжаем снова открывать большие ящики. Ну их в баню, этих мегаящики, если честно. 51 монета, очки сил на Пайпер, Динамайк, Роза, кристаллы. Что-то кристаллы слишком много сыпаться стали, заметили? Мне такое ощущение, что где-то сейчас у нас выпадет, ребята, персонаж. 60 золота, Пайпер, Барли, Динамайк, но опять не то. Опять не то, ребята, у нас с вами еще деньги есть, ничего страшного. И гемасы есть. Дальше забрасываем. Барли, Эль Прима, Бул. Ну-ка, давай, 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 серьезно. Так, сколько у нас гемов осталось? 51 гем, ребята. Фух, открываем дальше. Открываем. Я не верю, что такое возможно. Пипец, это что за аккаунт такой? Так, у нас сами гемасы закончились, но у нас не закончились деньги. Я обещал, что закину 5000 рублей, поэтому я докупаю еще 360 гемов на этот аккаунт. Поехали. Все, друзья, гемасики заправлены, 360 гемов на аккаунте. Погнали дальше открывать ящики. Ну не может такого быть, чтобы аккаунт был... настолько невезучим. Серьезно, дружище, что у тебя за аккаунт? Почему? Почему тебе ничего не падает? Мне кажется, на моем аккаунте выпало бы быстрее, хотя у меня уже все персонажи открыты. Ребята, напишите реально, хотите ли продолжение такой рубрики? Интересно ли вам? Хотите ли продолжение? Потому что реально, я трачу дофигище денег на эту рубрику и... Да, это настоящие деньги, то есть я трачу на каждую рубрику много-много рублей, и мне нужна ваша поддержка в виде лайка, в виде комментика, подписочки. 44 монеты, заметили? 44 монеты. Ну-ка давай, Бул, Роза, ничего не выпало, удвоитель жетонов выпал, серьезно. Ну давай, мне уже персонаж, я хочу выбить персонажа. Большой ящик, это хорошо, но большой ящик с персонажем, это еще лучше. Так, мне нужно, чтобы выпало 6 гемасов, чтобы у нас было еще 10 ящиков сегодня. Брок,
Булл и... Да, билеты событий. Совсем не то. 137 золота выпало. Открываем дальше. Что выпадает? Суперселл, не лагай, пожалуйста. Давай, 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 давай. 72. Может быть, персонажа опередить? Я не знаю, как нужно колдовать. Плюс 5 гемов, хорошо. Как нужно колдовать? Давайте мы бойца поставим с одной силой. Пайпер. Вот она будет, знаете, прям чуять. Она будет чуять прям, знаете, вот. Вот, смотрите, мы взяли Пайпер. Заходим в магазинчик, возвращаемся вот сюда. И продолжаем забрасывать. Может, Пайпер везучий? Давайте просто проверим. 45 золота. Очки силы на Пайпер. Пока. Но. Блин, один персонаж? Серьезно? Как такое может быть? Зато, пипец, мы денег набили здесь. 57 монет. Пайпер или Прима, Джесси, билеты событий. Что с этим аккаунтом не так? Ребят, напишите, неужели? Мне кажется, когда я на своем аккаунте открывал, у меня было бы намного больше везения. 62 золота. Рика, Пока, Динамайк. Все, даже билеты событий не дали. Мне кажется, у меня реально было намного больше везения. Я получал намного больше всяких интересных плюшек. Как такое возможно? Это же донат. Знаете, когда открываешь за донат ящики, мне кажется, они более успешные, чем обычные ящики. 5 билетиков. Подожди, а здесь обычные ящики есть. Давайте откроем. Может быть, с обычного ящика что-то выпадет нам? Так, 21 золото, Пайпер, Джесси. Я уже думал, сейчас выпадет. Нет, не выпало, конечно, мне. Так, у нас еще есть 119 гемасиков. Нам нужно обязательно выбить хотя бы один гем, чтобы мы смогли открыть больше сундуков, чем у нас сейчас возможно. Так, 28 монет, или 28 монет выпало. Итак, ребята, проверяем теорию. 28 монет, заметили? Открываем Нита. И да, ребята, это Фрэнк. Работает, работает теория. То есть, если тебе выпадает меньше, чем 32 или 36 монет, я читал ваши комментарии, вы писали, то у тебя по-любому в таком большом ящике будет персонаж, ребята. Вы видели, у меня выпало меньше 30 монет, и мне выпал Фрэнк, второй эпический боец. Это реально круто. Я обожаю Фрэнка, это реально один из топовых бойцов. Он реально силен. Это офигенно. Я думаю, что подписчик в любом случае обрадуется. Для него это просто офигенно. Плюс 2 новых эпических персонажа. Так, 104 монеты. Но здесь, получается, явно у нас ничего нет. Так, запомнили, да? Кто не знал, друзья, если у вас меньше, там, чем 36 или чем 32 монеты падают, знайте, вы счастливчик, потому что у вас 100% боец. Видите, 51 монета выпала и нифига не выпадает нам. Все, ребят, сколько у нас осталось гемасиков? Неужели не хватит? 32 гема! 32 гема! Как раз-таки на еще один большой ящик. Ну-ка, давайте. Давайте. Как вы думаете, есть что-то здесь внутри или нет? Вот последний мегаящик. Давайте, делайте ставки. Вот делайте ставки. Вот просто вот остановите на паузу и подумайте. Выпадет здесь или нет? Просто вот, вот предположите. Я думаю, что возможно здесь выйдет. Давайте, 50 на 50. Нажимаем, ладно. И по монетам смотрим. 50 монет, блин. 50 монет, то есть теперь мы знаем сразу, что здесь уже ничего нет. Зато здесь выпали билеты событий. И еще 3 гемастика, ребят. Фух, да, конечно, 2 эпические бойца, неплохо, куча улучшений, заработали денег, это круто, ребят. На этом я серию буду заканчивать, друзья. Хотите продолжение, ставите лайки, подписывайтесь, колокольчики жмете, оставляйте свои комментарии, ребята, я выберу на следующую серию кого-то из вас. На этом все, с вами был как всегда Робзи, хорошего настроения и всем покедова!